Здравствуйте, меня зовут Олег. Я жил в городе Харькове со своей семьей. Мы после 24 февраля вынуждены были переехать в город Днепр, так как произошло с нами самое страшное, что могло произойти. Нашу квартиру разбомбили на третий день войны. На четвертый день войны моему отцу оторвало ногу, пока он не дошел с магазина до убежища буквально 100 метров. Наш ребенок Ярослав, которому 11 лет, пережил самое страшное. Он своими глазами видел, что такое бомбежка, когда начали бомбить возле нашего дома кассетные бомбы. До 24 февраля я работал на мясокомбинате обвальщиком. Но после 24 февраля наша жизнь сменилась капитально. Просто капитально. Мы прожили почти неделю в подвале, так как наше жилье разбомбили на третий день войны. Потом нас приютили родственники. Но с учетом того, что начала усугубляться ситуация, начались частейшие обстрелы города нашего, нам пришлось переехать в Днепр, в арендованную квартиру, в которой мы сейчас живем. Ну, мы получаем, конечно, тут гуманитарную помощь, нам помогают тут продуктовыми наборами, средствами гигиены, бывают одеждой. Наверное, самое страшное, чего мы боимся, что это никогда не закончится. Это, наверное, самое страшное. Очень хочется, чтобы быстрее все закончилось, потому что действительно тяжело жить. Нам очень нужны деньги для того, чтобы отцу поставить ногу, чтобы все хочется в его лечении. Мы просим все организации, мы очень много где ищем. Ну, вы пока, конечно, никто нам еще не помогал. Потому что нога — это очень важно, и мы хотим купить протез, и мы за него собираем, мне приходится очень много работать. Вот так вот война сказалась по нашей семье, что мы теперь вынуждены жить в другом городе, не в своей квартире, платить за эту квартиру очень большие деньги. Так что так. Надеюсь, что моя история поможет кому-то узнать немного больше о войне, кто о ней еще не знает.